Клиент купил в магазине велосипед Stealth Navigator 300, мужская модель. Вот он из магазина вот так вот идет с закрепленным паспортом. Он был как бы частично собран. Ну как частично, то есть крылья стояли, корзиночка стояла, все было замечательно, не считая того, что корзиночка стояла криво. Вот эти вот винты надо было перекрутить по-другому. Колеса вообще не протянуты. То есть вообще не протянуты колеса. Передняя крутилась еле-еле, задняя вообще не крутилась. То есть я не мог рукой, ну, открутил колесо, не мог ось провернуть. Было просто перетянуто. В магазине, к сожалению, не ослабили втулки. Шатуны были не затянуты. То есть где-то порядка 2 оборотов каждый шатун я смог прокрутить. Ну, а так все остальное в целом нормально. Рулевая там чуть-чуть, буквально на полоборотика провернул. Вынос поднял повыше, потому что так удобнее будет ездить клиенту. Велосипед интересный. Такой усиленный обода, хорошая, одинарная. Рама каплевидной формы. То есть она не круглая, она такая, знаете, как бы усеченным таким вот элементом сделана. Так вот поцарапана уже из коробочки. В целом, ну, дорожник. Прикольный дорожник с очень мощным багажником. Корзинка обычная, к сожалению. То есть там, по-моему, 5 килограмм на нее нагрузка идет. Она очень мягкая, прям проминается сразу. Так немножечко она болтается. А вот багажник клиент хотел именно такой прям мощный, усиленный. У него такой же есть Stealth, только на 26 колесах. Он уже немножко в плохом состоянии. Поэтому он решил себе заказать на 28 колесах побольше. И вот привез нам на сборку. Был над чем поработать. В общем, следите за колесами. За протяжкой колес, за протяжкой рулевой и, конечно, за кареткой. За тем, чтобы и каретка была затянута, и чтобы шатуны тоже были затянуты нормально.